сакральная суть мужчины, то, о чем мы говорили, это действительно быть рыцарем, быть воином и быть защитником женщины. Это тот, кто не дает ей забыть, что она женщина, в ее истинной сути. Это тот, кто охраняет всех, и слабых, и женщин, всех, мужчин в том числе, охраняет от влияния сатаны. Это тот, кто стоит на страже. И в первую очередь это тот, кто служит женщине. Ведь Бог создал и мужчину, и женщину как единое целое. Она является источником той силы, которая дает ему жизнь вечную, и первичную жизнь, и вечную жизнь дает женщина. Роль мужчины как раз в том, чтобы женщина не забывала, что она женщина. А роль женщины в том, чтобы мужчины не умирали.